Лемур вари. Самый крупный и плодовитый из лемуров. Вегетарианец, но не брезгует насекомыми. Продолжительность жизни около 20 лет. Черно-белый вари – один из двух видов лемуров, который строит гнезда. К тому же это самый крупный и самый плодовитый лемур. В чем в этом году смогли убедиться посетители Фельдмана Копарк, наблюдая за четырьмя забавными малышами-пушистиками. Еще одно менее распространенное название – воротничковый вари – этот лемур получил из-за белого пушистого воротничка вокруг черной заостренной лисьей мордочки. Лемуры вари часто ухаживают за шерстью друг друга, таким образом выражая свою симпатию к членам группы. Вари, так же как его родственник кошачий лемур, мурлычет и щебечет, пока его душевный покой не нарушен. Если же вари испугать, то эти лемуры начнут издавать жуткие оглушительные вопли. А в диких горных лесах, многократно усиленные эхом, хоровые вопли вари звучат особенно жутко. За эти душераздирающие крики жители Мадагаскара считали этих лемуров священными животными, а посему их опасались и никогда не обижали.